Могілки Могільова повинны быть прибраны до религийных святов. Зараз уборка ведется на усіх 16 подобных объектах города. Разом с коммунальниками на местах похования прибирают и горожане. Уборка мест общего пользования, а сами уже жильцы убирают в оградах. Центральные дороги чистые, у глубини покуль еще шмат листоты. На польских могилках паусюль древы. Прибиральщики працуют штодня, каб поспеть до святов. Продленно как бы уже день, и все выходные работаем. То есть наводим порядки, уже подготавливаемся к кладбищу к праздникам. Вывозится мусор ежедневно, то есть даже несколько раз в день, то есть по мере наполнения контейнеров. Месцы похования у Могилеве обслуговывает штат у 24 прибиральщики. Как запевнюють у спецкомбинате, усе могилки забеспечили контейнерами для смети необходным инвентаром. Жыхары города так само активно наводят парадок. Перед Великим днем и радовницей это традиция. Такси делают. Память. Кто остался тут, должен заботиться. Олесь Рыбалка, Виталь Алексеенко. Новини регион.